Любка, я тебе говорю, живи одна. Может, потом какой путный подвернется. А этот друг воровать начнет, тогда что? Что? Я говорю, воровать-то он кинется, тогда что? Ну что тогда, посадим. Доедешь, пиши. Поторопи бомбилу, пусть поспешит. Твои глаза, как в рекламе, виши. Смотрю в них и камень с души. Если спросят, не знаешь меня, скажи. Как отпустят пули в двери сквозь этажи. Слови такси, пусть поспешит. Доедешь, пиши. Доводилось изучать пол детально, горизонтально. Нам видно, что-то не додали. Еще с родительских спален. Знаю, способность далеко не все. Уверен в том, что я плохой танцор. И если бы по венам попадал шприцом, то плюнув на землю, ты бы мне попал в лицо. А братика на пол в лопатку дуло АК. И вот уже наполовину пуст стакан. И из кармана моего пиджака номер высветится на ЖК. А ты куртку накинь, да поспеши. На каком диване нам стареть еще решим. Доедешь, пиши. Мне для души. Нам пора, давай без возни. Куртку накинь, сумку возьми. Кокос в раковину, бабоса наполовину. Мы не признаем вину даже наполовину. Счастливая жизнь, счастливая группа захвата в гости рвется нетерпеливо. Орут, что будут ломать входную. Я улыбнулся, обнял родную. Успокоил, сказал, что все в норме. Пошутил про стриптизеров в мусорской форме. Что сейчас начнут раздеваться, как откроешь двери. И ты готова была в это поверить. Меня на пол в лопатку дуло АК. Ты плачешь, а я даже не могу подать платка. Тушь потекла, говорят, водостойкая, врут. Отнеси завтра в Литуаль, пусть вернут. Доедешь, пиши. Поторопи бомбилу, пусть поспешит. Твои глаза, как в рекламе, виши. Смотрю в них и камень с души. Если спросят, не знаешь меня, скажи. Как отпустят пули в двери сквозь этажи. Слови такси, пусть поспеши. Доедешь, пиши. Доедешь, пиши. Поторопи бомбилу, пусть поспеши. Твои глаза, как в рекламе, виши. Смотрю в них и камень с души. Доедешь, пиши. Доедешь, пиши. Куда, кому? Мне в тюрьму. И нас уже нет с нами. И ты одна идешь под фонарями. Но знай, я буду тенью, твоим продолжением в это мгновенье. И нас уже нет с нами. И ты одна идешь под фонарями. Но знай, я буду тенью, твоим продолжением. Ломовая. В это мгновенье. У меня 7 судимостей, дурочка. Я ворюга несусветный. Куда пошли? Ну что, обвинил, что ли? Так о чем дело? Пойдем ко мне. Отдохни хоть неделю. Украсть у меня все равно нечего. Отдышись. А потом уж поедешь свои магазины ломать. А то скажешь, встретил. От ворот поворот. Зачем же звала тогда?